În ultimii ani, Republica Moldova trece printr-o perioadă dificilă. Societatea simte un declin puternic în plan moral și spiritual. Anume, în aceste timpuri dificile, la inițiativa președintelui Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, în țara noastră a fost adusă icoana Sfântului Serghie de Radoneș cu o parte din moașele sale. Icoana a fost adusă de la Lavra Sfânta Treime cu binecuvântarea Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Kiril. Прибытие иконы преподобного Сергия с частицей его мощей, правильнее сказать, самого преподобного Сергия в страну Молдова, знаменовано двумя важными датами. Это 700-летие со дня рождения преподобного Сергия, который празднуется широко по всей России и вообще по всему православному народу, а также 655-летие молдавской государственности. Люди православные чувствуют величие преподобного Сергия. И, конечно, не все, далеко не все жители Молдовы имеют возможность посетить Троице-Сергиеву Лавру в этот год, ознаменованный таким великим юбилеем, как 700-летие со дня рождения преподобного Сергия. И поэтому преподобный Сергий, он имеет особую любовь, естественно, к православному народу. И он сам, можно сказать, своими ногами пришел на землю Молдовы, чтобы иметь возможность встретиться с каждым верующим человеком и услышать его молитвы. Sfântul Serghie de Radoneș este unul dintre cei mai venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe Ruse și întemeietorul celebrei lavre Sfânta Treime. Преподобный Сергий основал монастырь в 1337 году. В нем и почивают его святые мощи с тех пор. Частичку этих мощей мы привезли сегодня на молдавскую землю. Важность собраться вокруг этого святого в лике своя иконы и молиться – это возможность получить то благословение, ту духовную силу на сопротивление вот этому процессу деградации. Для этой духовной брани, как и благословлял и князь Дмитрий Донской. И заодно просить больше мира, спокойствия, взаимопонимания в нашем обществе. Recent, icoana a fost adusă la Bălți. Mii de cetățeni credincioși au venit să se închine icoanei Sfântului Serghie de Radoneș. Aici, în frunte cu Sfânta Icoană, creștinii au mers pe drumul crucii până la Catedrala Constantin și Elena, după care s-a desfășurat Sfânta Liturghie. La data de 16 octombrie, icoana Sfântului Serghie de Radoneș va fi adusă la Chișinău, la Biserica de pe strada Ciuflea, unde se va afla până la data de 19 octombrie.